Форум молодых религиозных лидеров состоится в Астане в следующем году. Об этом заявил председатель Сената парламента Казахстана Маулен Эшимбаев на встрече с министром толерантности и мирного сосуществования Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества по вопросам межрелигиозного диалога и общественного согласия. Руководитель секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Эшимбаев представил концепцию его развития до 2030 года.